В Ангарске начинаются заезды детей в оздоровительные лагеря Усольского и Шелиховского районов по путевкам социального центра «Веста». Сегодня 100 ребят отправились на первый сезон в «Войны», что в Усольском районе. Он находится в Усольском районе. Находится в лесной зоне, очень замечательный лагерь, свежий воздух, там речка и песочек. Ребятишки в восторге, им очень нравится. Девчонки и мальчишки будут отдыхать 18 дней. Следующий заезд по путевкам состоится 15 июня в лагерь «Солнечный» Шелиховского района. Сейчас в центре «Веста» еще остались путевки в «Войны» на третий сезон. Их можно получить работающим родителям, оставив письменную заявку, а затем произвести доплату. Подробности по телефонам 54 13 25 или 8 904 152 90 23.